Очки персональной погибели. Стоимость. 10 тысяч фунтов. Редкость. Редкий. Опасность. Опасный. Загадочность. Диковинный. Описание. Эти очки могут быть использованы для того, чтобы внести разнообразие в беседу или для коллективных игр. Просто наденьте очки, и вы вдруг увидите перед собой таинственным образом появившуюся тропинку. Идите по тропинке, и вы в конечном итоге окажетесь в большой фигуре формы буквы X, выжженной в земле. Снимите очки и удивляйтесь, как тропинка и X исчезнут на ваших глазах. К сожалению, X не отмечает зарытых в этом месте экзотических сокровищ. Зато это то, что мы называем местом персональной погибели. Если вы встанете в этом месте и подождете некоторое время, то испытаете что-то весьма удивительное, но в конечном итоге смертельное. Необходимое оборудование. Нет. Меры предосторожности. Рекомендуется, чтобы клиенты не становились в месте персональной погибели. Способ доставки. Поставляется в высококачественном ударопрочном пластиковом футляре. Отзывы клиентов. Господин С. из Нью-Йорка. Я купил одну штуку в довесок другой моей покупке, просто ради забавы, но теперь я пользуюсь ими чаще, чем моей основной покупкой. Я люблю глядеть в окно, надев их, и пытаясь угадать, каким образом я мог бы умереть, стоя там на обочине. Госпожа С. из Стокгольма. Я оставила очки на его столе, а его любопытство сделало все остальное. Спасибо. Только для сотрудников. Хранение. Коробка с очками персональной погибели должна быть заперта в чулане А6. Комментарии сотрудников. Мы по-прежнему отслеживаем оригинального производителя этих очков. Дистрибьютора, чье имя было на ярлыке, видимо, не существует. Очки в настоящее время проходят тестирование на предмет того, не подвергались ли они воздействию каких-либо экзотических веществ, либо радиации на случай, если они являются утечкой из другого измерения. Мы могли бы снизить цену и иметь хороший товар для охвата наших более скромных потенциальных клиентов, если мы сможем обеспечить постоянные поставки.